Привет, дорогие друзья! Привет! Мы с Айханом приехали в магазин Кипа. Сейчас покажем ассортимент, ну и, конечно же, цены. Кстати, я до сих пор не привыкла к тому, нас все смотрят, когда мы что-либо снимаем. Только без обуви. Я к этому не могу никак привыкнуть. И, друзья, для вас очень важное сообщение, для всех старых подписчиков и новых. Пожалуйста, давайте в комментариях будем обходиться без перехода на личности, без оскорблений, без оскорблений других подписчиков. В общем, относиться друг к другу с уважением, понимаем, и корректно комментировать по теме. Не переходить на личности. Этот канал не про мою внешность, не про нашу личную жизнь, не про внешность Сайхана. Этот канал о Турции и о том, как живут в Турции. Поэтому давайте будем уважать друг друга и черпать только интересную и полезную информацию. Вот. Всем спасибо за понимание, а теперь идем в магазин. Мы уже зашли в Кипу. Слева здесь отдел электроники. И в самом начале здесь очень много различных вот таких вот корзинок, где написано чок и фиат, что значит очень хорошая цена, где вы, например, можете купить вот такой вот зонтик для пляжа, стоит 60 лир. Здесь очень много различных детских игрушек, вот таких вот штук для пляжа, мягких игрушек 29 лир, вот какие-то пони по 29 лир, всякие разные пистолеты, детские машинки по 39 лир. Да, и, кстати, друзья, все магазины Кипа купил Мигрос, поэтому теперь здесь цены, наверное, чуть выше. Вот такая вот, например, палатка, что ли? Нет, игрушечная палатка. Также здесь появился магазин, отдел с книжками, отдел с журналами, отдел с канцтоварами. Ну, цены на канцтовары, например, детские карандаши 12 лир, 18 лир, 21 лир, 32 и так далее. Дальше большой отдел с чемоданами. Можно приобрести велосипеды, потому что в Мигросе также продаются велосипеды. И стоит велосипед 449 лир. Есть детские велосипеды. Цену не вижу. А, цена 259 лир. Различные шлемы. Обязательно, когда вы катаетесь на велосипеде, используйте шлем. Шлем стоит 54 лиры. Это нормальная цена. Я покупала за такую же цену. Здесь можно приобрести ролики. 129 лир, 179 лир. Скейты и так далее. И также здесь в самом начале тоже шок-шок цены, хорошие скидки, наборы конфет, но это на предстоящий байрам. И, например, конфеты со скидкой 15 лир стали 9 лир. Вот таким вот образом продают конфеты на байрам. В другие месяцы, в другое время года вы конфет таких не увидите. Конфеты продаются по килограмму на байрам. И какие цены? Цены 13 лир, 29 лир килограмм. Вот такие вот можно купить шоколадные конфеты или леденцы. Также здесь продается постельное белье. Вот такие вот декоративные подушки. Огромные палатки для кемпинга. Ой, классно. Палатка просто огроменная. Супер. Конечно, после того, как Мигрос купил Кипу, здесь стало больше различных товаров интересных.
посуда бумажная для различных праздников. Ну, например, тарелочки голубенькие, 19 лир. И вот эти вот наборы, друзья, для пикника. Это просто идеальная вещь. У нас точно такой же, но чуть поменьше. Стоит набор для пикника 29 лир. Очень хороший набор. Появились вот такие вот беседки. Здесь в самом начале магазина находятся товары, такие бытовые товары, а продукты уже находятся дальше. Также здесь продается посуда, стаканы. Например, ну покажу вам набор стаканов. Вот таких вот стоит 12 лир, 6 стаканов. Но это средняя цена. 16 лир, различные тарелки для кухни, для хранения чего-то, для салата и так далее. И теперь мы попадаем в отдел. Также здесь продаются мангалы одноразовые. И для пикника продается вот такой вот уголь. Стоит 17 лир. Мангал кашпара. А мангал одно... Нет, он не одноразовый. Одноразовый стоит 20 лир, а не одноразовый 44. Вот такой вот интересный мангал. Здесь всякие соленья, огурцы, помидоры по 6 лир. Вот такие вот маленькие перчики по 8 лир. Чеснок. И, например, вот турецкая сарма. Нормальная цена 5,43. И фасоль, которую можно разогреть и приготовить. Кукуруза. Например, 3 штуки кукурузы. 7,75. Тунец. 15 лир. Вот такие вот две штучки. Томатная паста. Большая банка томатной пасты стоит 3,75. А нет, это помидоры. Томатная паста, например, вот 6 таких коробочек стоит 7,45. Много здесь, конечно, разных соусов, аджик и так далее. Есть супы сухие. 1,75. Цены на муку 4,25 килограмм муки. 2 килограмма 7,25. Подсолнечное масло. 1 литр 6,75. 2 литра 18. И вот такие вот разные есть. Масло фундука. Масло черного тмина, масло семечек сезам, белый трюфель. Ну и, в общем, много видов оливкового масла. Ну, например, 26 лир. Средняя цена примерно на хорошее оливковое масло. Видов здесь его, конечно, огромное количество. И различные соусы. Средняя цена на рис 6 лир. Есть вот такой вот подороже 9 лир. Средняя цена на макароны 2 лиры. Ну и есть подороже 2,20. И самые дорогие макароны по 9 лир. Это макароны Барилла. Здесь также большой выбор разного шоколада. Печенюшек. Вот таких вот кексов. Стоит такая упаковка кексов 16 штук 2 лиры. Давайте сейчас узнаем у Айхана, какую же воду стоит покупать. Есть разная вода. Айхан, Гангисуэни. Айхан говорит, что самая лучшая в Турции это вода Эрикли. Сколько она стоит? Она стоит за 5 литров 3,95. Есть еще вода производства Кипа, стоит 2,25. А еще здесь продаются вот такие вот веселые бутылочки с водой.
коллекция сырма, индивидуальный какой-то дизайн. И какая-то витаминная вода, я не знаю, что это. Но проще съесть апельсин, мне кажется, чем выпить эту воду. Большой выбор минеральной воды. Минеральная вода, сколько она стоит? 6 штучек, 3,45. Айхан, сода. Самая хорошая минеральная вода какая? Кызылай. Кызылай? Айхан говорит, что самая лучшая это Кызылай. А ты что купил? Кызылжама. Это хорошая? Вкусно. Вкусно? И здесь огромный выбор разных фруктовой воды. Мы перепробовали уже всю, но самое вкусное, самое наше любимое, это, конечно же, клубничка и арбуз. Стоит вода 6 штук 8 лир. Есть чуть дешевле 5 лир. Ну и акмина дешевле всего 5,35. Друзья, вы спрашивали, в чем разница, например, красного чая, черного и желтого. Просто это разные смеси. Вы пробуете разные смеси и сами уже выбираете, что вам нравится. Килограмм сахара 5,45. Здесь также можно приобрести фрукты и овощи, и различную молочную продукцию. Ну, например, килограмм йогурта стоит не килограмм, а полтора килограмма, три. Полтора килограмма стоит 6,75. Или 2 килограмма 250 грамм 9,75. Также есть вот такой вот по 4,99. А еще здесь три вида кефира. И кефир стоит за литр 5,75, но мы взяли вот такой вот попробовать за 7,25. Много разных видов оливок. Средняя цена 19-20 лир килограмм. Огромный выбор разных видов сыра. Ну, например, вот сколько стоит кусочек вот такого сыра. Кусочек такого сыра 386 грамм стоит 20 лир. Или вот такого. Цена не написана. Ну, в общем, видов сыров здесь просто огромное количество. И салями, например, вот такая вот 172 грамма стоит 10 лир. Ну и, конечно же, что мы любим больше всего, это пастема 80 грамм 7 лир. Также здесь большой выбор мяса. Цены на килограмм мяса 30-40 лир килограмм. В магазине Кипа очень недорогие купальники. Вот вы видите, низ стоит всего 10 лир, а верх стоит всего 15 лир. Очень здесь много разных цветов по 10 лир. И вот такой вот интересный верх. Есть также наборы по всего 41 лире. И кроксы по 139 лир. В общем, друзья, вот так вот выглядит магазин Кипа. Что в нем есть на самом деле? Цены, я не заметила, что они особо выросли. Но магазин Кипа мы ходить с Айханом не любим. Мы ходим редко, потому что оставляем здесь всегда очень много денег и покупаем много всяких ненужных вкусностей. И он находится далеко, поэтому далеко от дома мы не ходим, а ходим в основном с ним. Прощаемся, уже наступает вечер. Всем всего хорошего. Пока-пока.